буду ДЦ. Бля, что-то мне прям захотелось просто танк с двумя митриусами. А я на циркуле видел фрост ДК танк, который что-то около десятки ДПС. Я это очень много. Сейчас фрада дам. А, все там, это самое. Ну, еще раз, два раза возьмите, чтоб пойду покурю, короче. Чуть не бать, товар. Сейчас. Кнопка F2 сломалась уже, бля. Пришлось F12 поменять местами. А вот тут что? Вот! Вот! Так.
А, я тебе отправил телеграм. А. Будет. Блять, ГПР. Ну, интересно, у него есть видео, когда он своего самого первого перса первого. Я думаю, у него, наверное, тогда комп был такой, что, блядь, видео бом не потянул. На телефон записал. Шкаф, поставьте. А телефон эти были, ёптать. Помнишь, там всякие Siemens 35 или какой он там, блядь, был? Первый Siemens, в котором в самом камере не было, блядь, а она снизу подключалась, такая блямба, где зарядка, блядь. Я такой не видел. Типа как аксессуар, да, шва? Да, то есть в нем самой камеры не было, блядь, а возможность это все была. И камера, короче, такой пиздюлиной снизу подключалась, там зарядка такая довольно широкая была. Ну, и там пиздец, там так, блядь, я хуй там, блядь, 0000, блядь, ну, в смысле, мегапиксель, я хоть там качество было, блядь, как будто снимают, блядь, на кусок говна через два полиэтиленовых пакета, блядь. Такое не видел. Ну, это прям вот самые первые были, ебать, они там, блядь, не знаю, ты сейчас, блядь, 10-м айфоном, блядь, хуй кого удивишь, блядь, как тогда вот эта хуйня, блядь. Я помню, блядь, когда телефоны, блядь, пошли синим экраном, а не зеленым, блядь. Прям на улице видишь, кто-то идет, на телефон звонил, синенький, прям все, опа, ебать, это наш клиент, блядь. А че, локов никого нет? Шкаф есть. А вы смотрите, че вы там пиздите? Волшебное слово. Я там по старой памяти под аукционом стоит. Пацанов его. Долго отбирай. Ворон. Блядь, у меня идея была, короче, сделать эльфийку и понял, блядь, чтобы как в линейке, блядь, а у меня просто целый день там стоял, танцевал, и, блядь, только чтобы трейд могу ангалду принимать. Нога конку запустил, да? Бля, надо, кстати, вот дрова, блядь, для клавы скачать. Хочу настроить, чтобы, короче, клавиши, понял, не один раз нажималось, когда держишь, а прям, блядь, протыкивалось, короче. Прокликивалось несколько раз. А то я уже хуй знает. Я уже этот аддон поставил, блядь, один хуй кнопки не всегда прожимаются, блядь. Положил кирпич на 1, 2, 3, 4, 5, 6, и он сам прожил. Не понял, я вот хочу, допустим, вот у меня есть этот, блядь, удар сердца, да? Чтобы я, короче, его раз нажимал, а засчитывался, блядь, как там 3-4 клика, блядь. Короче, пока их нету, я квест сбегаю, соберу. Розария и Делорус, вы зайдете? Розария, да, прочитай фудзилку. Войт, прочитай фудзилку. Войт. Что? А у тебя на канале, блядь, партнерка оформлена? Ёбаный в рот, нахуй. Не знаю. В смысле, блядь, блядь, не знаю? 100 подписчиков. Да у меня, блядь, другие проблемы сейчас. Надо хила в рейд. Что, полипал опять ушел? Ой. Блять, мы вообще без каски остались, блять. Вага там еще не подошел, нет? Йотан, смонь обратно. Да, заходи. Жену Энфила.
членов без того и оставишь. Хули поделать. Мираж, наверное, неплохая сова. По-моему, не очень хороший хил. Может, лучше он будет совить? Может быть, тогда в 4 хила пойдем. Так, крита вообще не будет когда. Я сижу уже на хила. Может быть, тогда разойдемся. В смысле, крита не будет, я же даю крит. Ты не даешь себя одного. Кто шестым хилом будет? Вот. У тебя хил Void есть? Если нет, то лёд он... Кинет. Я хочу топ-танка сделать. Я хочу шестого хила в рейде. Пришел, у тебя нет случайно спека? Нахрен нам шестой в 5 захилим. Может, давай я просто колик спекнусь, колодец поставлю. Спекайся в колика. Все берем с ГБ сапруты. Сумни типа на. Каста, конечно. Нет доступа к ГБ, это Кириллокс. У кого есть саппорт, дайте ему там. Чувак, свои саппорты бьют. Не в курсе запью. Хулипал же есть. У кого? У коника? Да. А у тебя КД в ДВшном, да? Нет. О, а ты зайдешь или что? ДВшный. Ну если сильно надо, я даже написал, если надо, то могу зайти. Конечно, заходи. Я думаю, тебе дороги тут ничего не надо. Все тогда с вас прилифтили, наск. Могу губа загадочную машонку призвать, надо? Машонку? Нет, спасибо, у меня прилив или теренаску. Прилив тут нужен в рейд. Могу даже рассказать, как ей пользоваться. Короче, как всегда, всем все надо. Да никому нахуй не нужна, заберешь, блядь. Нужна, нужна, она. Суманите, я у ссылки скину. Заходи, я там посмотрю. Ой, это такой, я видел лифт. Нет, ссылка 25 герни никогда. Если нужен, могу присоединить. Это кто? Пью говорит? Пью говорит. О, да тут у нас уже заходит челик. Это если кого-то на замену только отправлять, кто хочет послакать этого босса? Я выбрал. Могу всех послакать. Решал, давай послакаешь тогда. Пью плюсуй. Жунен сову. Протиком или ретриком? Хулипалом. Хулипалом? Он бомж. Бомж это сколько? Бомж это 35-36 команд. 35-36к хилит? Нет, 35-36 команы. Хилит ты без понятия, он там 250к или какой-то. Будешь бафать монорек, да, а кинари... Пан, у тебя кулаки вкачаны? У него вкачаны. Я уже монорек раздал. У кого кулаки вкачаны? Вот, вкачаны. У кого? Кинари. Кулаки бафаешь. Пью монорек, пан каски. Перебафывайте. Пью, сообразите сапрот. Экинари тоже сапрот сообрази, если есть.
Запрот есть, пью. Блять, какой ты ник придумал, сложный пиздец, пью. У всех проблемы с его произведением нет, а кто-то нету, блин. У меня нет проблем, но он странный какой-то. Чек на пул. Дайте инфу, пожалуйста. И лапу. Сейчас поставлю метку для тех, кто не в курсе, там на дальнем балконе бьёб. Сейчас, секунду. Долго. Что на первого будет? Пусть Кристи раздает, верно? Что? Пусть Монарик раздает. Или что? Да. Метки для второй фазы. Давай, чекай, погнали. Хоты и рейд, друид. Элбрин тоже там хоты. Пока чекаю. Хотать ничего не надо. Моннород, ты тут? Что так тебе себе не хватает? Акинарий, дай кулак по друидам. Вам все нужно всегда говорить. Дал кулак по друидам. Пью, ты готов? Да, отпился. ФКшит, нет? Еще раз чекаю. Кто ФКшит? Да боже. У него это отсутствует иконка. Гирс отсутствует. Почему-то. Пока он отсутствует, ебашку сними с вара. На ханте оставь. Потому что я ебашку немного мотал. О, Кирс пришел. Стоп, погнали. А с какого вара? Да, погнали. С моего. Сотка. Первый, кто будет танчить? Дайте каску попал. А народ кто? Вы киллер. 5, 4, 3, 2, 1. У кого-то стоит ДБМ. Адмираловский. Что делаете, блядь? Последняя метка, спрячьтесь. Yeah.
Делайте рейндж, не получайте двойной урон. Слева. По центру. Справа далеко. Сантея, СС Нердру. Кружок. Приготовьтесь скидывать стаки, иначе следующий склеп может вас убить. Монород, разверни потом другую сторону, когда подберу. Метку в звездочку. Отойдите подальше от звездочки назад, чтобы не загрузить лишние глыбы. Ждем притяжку. Разница в том, что он метку дыханием ёбнуть может. Если танк отвернет ровно босса, то не ёбнет. В кружок метка, синяя над головой треугольник. Это только у нуба танков такое происходит. Кирс в звездочку. Отойдите назад. Не забросьтесь. Сука, четвертая на мне. Все следующую метку в сторону тоже добиваем босса. Взять. А, я же на паладине не взял. Кто-то подстава, кстати. Осколки. Фарана, ответный удар. 50 нахуй. 3 косаря, блядь. Хуй. Чё, профа сейчас? Да, идем на профа. Дальше идем в 5 хилов, но хил так не нужен. Или оставаться до конца? Сейчас подумаем. Этот пил, что у тебя там ретрик сколько дает? Блин, я не помню. Я знаю, что я его делал до 264. Сколько он дамажит, я не помню. Я протопалил последний месяц, честно. Че протопал у тебя? Т5? 274, 3 куска четвертого нет головы. Сними это епшку, вот, потом забудь. За сколько я там 600 давал, да? 600, да. Память Малигаса надо кому-то? Но в спек там. Надо спыл кидать. Монороду дай, этот йод он не распыляет там пока что. Может, монород что-то будет хилить. Ой, есть. Ой, спасибо. Ну давай, будь в ретрике, пью пока. Ой, нет. Народу тоже не распил. Только суммоните меня, шмот в банке, пойду ТП-шность. Давай, давай. Так, значит. Если кому-то проф там надо будет... Монород, когда ты так же... Просто пускай будет собирал на танк. Теперь ты протокод. Задумайся об этом. Ты забрал осколок?
Протокод. Кстати, не вопрос, так далеко от хила кота. А кода нужна тут кому-нибудь? Народ, нужна кому-нибудь колба? Поставьте плюс, рейд. Нужна. Суммите еще раз, пожалуйста. Я что-то хотел сделать и забыл. А, ИП ты говоришь, да? Снял. У нас, по-моему... Че, ты пойдешь хантом дальше или что? Вот, я в армии, да. Ну, сейчас профал объема, потом на лича я ханта зайду. Поезд надо. Да, поезд туда. Так, Блэккиллер, кто из вас кукли там? Дайте каску по опалам, пожалуйста. Каску по опалам. Народ, Блэккиллер, вы тут? Порешал, ты тут? Свичу тебя вместо Сантея. Сантея отходит. Портанись. Тыкните на сумон. Стопаем дамаг, отошли от босса, не успеваем перевести. Отошли от босса милики. Пошли к РДД. Никто не бьет босса. Куда ты побежал, Вар? Ты что, с ума сошел? Все пьем зеленого. Переводим босса. Подходим к боссу уже. После зеленого. Идем сюда, под босса. Сейчас будет переход. Зеленый дебаф в треугольник уже. Бегом. Красный дебаф. Бьем красного. Захиливаем бред на фулл хп. Беги, малышка, беги. Плюс красное вздутие на мне. Штурм синий. Я вот густой. Захиливайтесь. После того, как убьют слизня, тебя поднимут. Убейте слизня. Убивайте зеленого быстрее. Последний раз. Юзай вставалку, пельмени летят, отбегая. Фулл баф по шаману. Порешал дай иннер по штормсингеру. Красный слизень. Готовим.
прячемся. Отходит босс от колб. РТД бьют красным. Милики помогают. Сейчас будет зеленый, готов. Зеленый слизень появился, надо его зергать. Все бьют только зеленого слизня. Прожал ШВ. Стопайте по профу, отошли все милики от профа. Сейчас будет красный слизень, его зергаем и потом переводим. Жетена не поднимать. Готовимся бить красного. Фул ДПС по красному. Перемещаемся к крестику и к зеленым, зеленой 3D метке, чтобы встать на перефазу. Пошла фаза. Зеленый дебаф в треугольник. Поторопитесь. Красный дебаф, зергаем красного. Беги. Будь рядом с хилами. Скажу, когда Геру, когда к боссу все подойдут. Пока добиваем зеленого. Бежим все сюда, к боссу. Пан, есть реги на диван? Конечно. Топ. Давайте бьем этого пида. Что там они теперь? Говно боссное. Грустно стало с ними? Грустно. Не то слово. Кирилл, ох, или как там тебя, блядь, да. Который новый. Поставь это, активацию на кнопку. У него опять активация стоит. В смысле? Тю, сейчас. Ну, возможно, если версия пробная, то она не ставится. Но просто нет, слышу нет. Во время боя микрофон дыхание чего-то. Хоррор. Идем на Ильича.
Main raid. Так, а я что, ты еще что-то начислял, да? Все на месте. А можно понять, как меня там убило? Я стоял со всеми в толпе, я не понимаю. Вот это 200 я за что начислял? Кто помнит? Я забыл, блядь. Смотрите. Так, сейчас за профа. А ты 600 ЕП за что давал? Ну вот эти три босса. После, ну, перед Синдрой, получается, кровь, Лана и Валька. После перекура я вроде давал. Чё, опять перекур? Прото у вас продаются или как? Нет, я говорил, после перекура давал там ЕП. Чё ты говоришь там? Прото продаются у вас или нет? Да, конечно. А ты что, думаешь? Ну, мне не давали на сопрот на Синдре и без сопрота я. Новичкам не дают сопрот. Ладно, попробуй флешками захилиться, я думаю, не помрешь. Конечно, не помру. Зов в рейде. Кому нужен? Ну, Йотун забрал бы. А что там, кому-то надо? Из вас на боссе. Блэккиллер, ты на шелькрях, да? Монород на боссе тогда. Так, Йотун, ты готов? Запускаю босса. Не в курсе, ты первый ППР, да? Не-не, дайте кулак по ханту. Ты рофлишь, типа? Вдруг там вар такой уж. Я не рофлю. Не, ну лук-то точно, потому что этим обоссанным варом это ничего не опасно. Господи, спойлит. Так, Элбрил, ты умеешь диспелить? Я умею, но я еще умею считать. Ладно, Акинари, ты будешь диспелить тогда. Только Акинари. Да пускай Элбрил тоже. Я могу просто... Короче, оба... Все хилы будут ГП тогда получать, если не диспелить. Хотите диспелить кучу, диспелить. Но нужно, чтобы было сдиспелено. Просто выбегайте. Ловушка РДД. Выбежал человек или нет, надо его диспелить. Если сражение будет чума, готовьтесь. Выноси. Four,
Улетели, что ли? Да. Понимаю. Дед порешал. Ложитесь. Чё, думаешь, нет? А чё, минус 4. Ложитесь. А Тирион разве не должен замороженным стоять? Чё он бегает? Ты не в курсе. Может быть, я просто будет... смотрю, рядом с Рейдом стоит Тирион, такой хуйничный мобов. Я думаю, чё за херня? Блять, это глобальное потепление, вся хуйня его, короче, отпустила. А ты его не в курсе, что ли, зачем я хожу хантом сюда? Вечерний? Нет. Благо еще на том КД. Да, мы сейчас можем запустить, может он вообще съебался куда-то. Пошел раз на раз, да, с этим. С мечом. Я сюда хожу, короче, за палкой и за луком. Меч не сел себе, а он снял нормально. Вон там Кирс пишет. Умные вещи. Да тут можно запустить, вот он стоит в центре. Ресайтесь. Это, кто-то обратил внимание, как сейчас было? Ловушка кинулась наперед на пути меликов. И кто-то из меликов заслакал. Она кинулась на танка, правильно, да? Да. Ну да, просто шли за боссом сзади и наступили, блядь. А вы, ну, вот я отбежал от нее подальше, и кто-то в нее забежал и задело взрывом. Вы не можете дальше отбежать, чтобы не оказаться в центре ловушки, чтобы не активировать ее? Не получается? Я вообще не знаю, в чем проблема. Я сбоку бил, меня, блядь, даже взрывом. Ладно, если такие проблемы, давай так. Вот я, может быть, хуй знает, вы обращали внимание или нет. Монород, иди, встань сюда. Кружок. Милики, встаньте в ромбик. РДД, встаньте в треугольник. Вы находитесь на одной линии. Когда кинется ловушка на танка, мы все двигаемся в краю, в ту сторону. Танк пробежит сюда, а милики пробегут сюда. Они не будут бежать в случае, если... Сейчас поставлю на себя метку. Если танк стоит вот так, а милики стоят в ромбике, то им придется идти через ловушку. А это хуево, потому что пинг 300, у людей слабый очень комп, они добегают до середины Скажи ловушки. Скажи проще. Короче, монороту надо жопой повернуться к РДДшникам и все. Да, я это и хотел сказать, но я думал, надо разжевать. Ну хорошо, так и быть, чек на пол. Там Кирсу надо срочно АФК на 4 минуты. А, ну да, понятно. Ну давай сходим на пересык. Идите, идите курите тогда, хули. 3 минуты. У нас все, рейды без девушек. Позвать. Без бабил, да. Можно паузу поставить? На 3 минуты есть, да, Тати? Да, иди. Через 3 минуты чека. Хорошо. Кто там в РДД-зоне не лагает? Ладно, хуй с ним, будем надеяться, что в РДД-зоне слакеров нет.
Вот.